Привет, это Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я хочу рассказать о трех видах целей, которые существуют. Первое – это, скорее даже не цель, а мечта. Мечта, о которой мы мечтаем с детства. Мечта, которой мы хотим достичь, но мы не совсем представляем, как это можно сделать. Когда мы мечтаем, у нас работает правое полушарие, творческое. То есть мы... Наша мечта несколько такая абстрактная, несколько непонятная, размытая, и мы не знаем, как ее достичь, какими инструментами нужно воспользоваться, и когда вообще ее можно достичь. Такие цели мечты не достигаются. Многие люди мечтают, процентов 90 или 95 людей относятся к категории мечтателей, а достигают целей люди, которые их ставят. Итак, второй тип цели – это обычные цели. Ну, они чем отличаются от мечт, что они должны быть конкретными, они должны быть измеримыми, и они должны, у них должны быть поставлены реальные сроки достижения, дедлайны. Возможно, не всегда реальные, но все же вы должны четко представлять, когда вы должны достичь. Ну, например, мечта. Мечта поехать в Америку и погулять по Америке. Это мечта. А цель – это... Когда вы четко представляете, в какой город вы поедете, например, в Нью-Йорк, куда? На Манхэттен. И когда это произойдет? Например, на Рождество. То есть Рождество я гуляю по Манхэттену. Конкретная измеримая цель. Я хочу автомобиль. Это мечта, которая ни о чем не говорит. Цель. Я хочу Audi Q7 белого цвета с кожаным салоном, и я куплю ее к своему дню рождения, к ближайшему дню рождения. Вот это вот цель измерима конкретно. В этом случае, когда вы четко ставите цель, у вас работает левое полушарие, которое привыкло логически мыслить. И вы обязательно этой цели достигнете, если вы поставите план, спланируете конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы эту цель достигнуть. И третье – это суперцель, это мегацель, достижение которой может в корне изменить вашу жизнь. То есть ваша жизнь очень сильно поменяется, если вы, например, достигнете такого просветления, или же вы купите дом мечты, в нем будет жить вся ваша семья, или вы создадите бизнес мечты, трансатлантическую корпорацию, или вы напишете книгу, которая изменит жизни многих людей. И знаете, вот многие люди не достигают целей не потому, что они ставят большие масштабные мегацели, и у них не получается их достичь, а потому что они ставят мелкие цели. Они низко поднимают планку и пытаются ее перепрыгнуть. Поэтому люди не достигают таких больших целей. И лишь единицы, 1% людей ставят масштабные цели и их достигают. Мы о многих знаем, мы видим их на экранах телевизора. Это популярные исполнители, бизнесмены очень богатые, писатели, художники и так далее. Это люди, которые оставляют след в истории. Это люди, которые ставят масштабные цели. Подумайте, какую цель ставите вы? Насколько она четко, конкретно? Потому что непонятные, расплывчатые цели, туманные, они приводят к таким же результатам. То есть непонятно, достиг или нет, потому что не совсем четко и внятно представлял себе, чего хотел достичь. Поэтому ставьте обязательно цели, конкретизируйте их. И напишите конкретный срок, когда вы ее достигнете. Сделайте это прямо сейчас, а мы встретимся с вами в следующих видеоуроках. Пока-пока!